Всем приветики! Нам с Юлей очень нравятся свечки, и мы давно хотели научиться делать свечки. И мы заказали на сайте Rana Creative вот такой набор, чтобы делать свечки. Ну что, Юль, будем делать? Да! Давайте посмотрим, что там. Ух ты, какая красота! Здесь инструкция. Ух ты, вау! Все очень красиво оформлено. Так. Класс. Ну что, будем делать? Да. Здесь можно сделать 9 свечек. Я выбрала вот эту, Тайны моря. Вот. Так ее делать. А вот это что нам понадобится? Парафин. Вот это я вырезала. Вот. К ней буду приклеивать вот эту жемчужину. Жемчужинками и ракушками заполняем пространство между стаканчиком и цилиндром. Вот я уже разложила ракушки, сейчас буду заливать парафин. Нужно растопить на водяной бане парафин и покрасить его в синий цвет. Это краситель, восковый карандаш. Та-дам! Сюда нужно долить оставшийся парафин. Так, фитиль для свечки готов. Так, ну что, посмотрим. Да, ракушки не сильно видно, но ничего. Снимаем. Осталось украсить. А я выбрала дольку арбуза. Вот что мне понадобится. Я уже вырезала тут. Давайте делать. Вот я сделала заготовку. И сюда будем наливать расплавленный парафин. Сначала красного, белого и зеленого цвета. А, парафин плавим на водяной бане. Воск расплавился, его надо покрасить. Потру карандаш и покрашу. Видите, воск совсем жидкий, его надо покрасить. Формочку мы смазали растительным маслом и налили первый слой. Остался белый и зеленый слой. Смотрите, что у меня получилось. Я делаю в первый раз, но мне понравилось. Сейчас нарисую семечки. Вот такая свечка у меня получилась, а вот такая у Юли. Будем зажигать. В наборе 9 свечек, мы сделали 2, осталось 7. Поэтому советую, заказывайте на сайте Rana Creative. Вот такие свечки у нас получились. Нам очень нравится.